С 1 января этого года вновь увеличился размер материнского капитала. Популярность этой меры социальной поддержки растет. В 2012 году впервые в Чувашии рождаемость превысила смертность. С этого года размер материального капитала увеличен на 21 тысячу рублей. Сумма почти 409 тысяч прописана в проекте федерального бюджета. Полученные от государства деньги семья может потратить на то, чтобы улучшить свои жилищные условия, оплатить образование детей, увеличить накопительную часть пенсии. С момента выдачи материального капитала его обладателями стали более 40 тысяч семей республики. Из них почти половину уже распределились средствами капитала. Мамы и папы предпочитают использовать сертификат на улучшение жилищных условий. 19 тысяч семей уже такой возможностью воспользовались. Направили капитал на погашение ипотечных кредитов, долевое строительство, приобрели готовое жилье, использовали средства на строительство или реконструкцию индивидуального дома. 394 семьи направили материнский капитал на оплату обучения старших детей в вузах и колледжах. Теперь средства можно направить и на содержание ребенка в садике. Пока никто не пожелал направить средства мат капитала на будущую пенсию. Дани Фатагирова, Республика.